У гімназіі номер 51 города Гомеля апошній звонок для выпускников по традиции ладится на открытой пляцовце. Тем более, что теплое сонечное надворье сприяє проведению свята. Церемония уручения узнагород за выдатную учебу и перемоги у разных престижных конкурсах. Выхованцы 51-й гимназии с года в год подтверждают на их свои высокие веды и демонстрируют спортивное и творчее майстерство. Щирое слово пожадания выпускникам, а затем бодай самая крональная частка мероприемства – школьный вальс. Апошний звонок – своеобразная рыса, якая символизует, что радостный и цікавый период навучання застався у минулым. Напереди былых гимназистов чакая дорослое життё. Я хотел бы пожелать всем выпускникам 2016 года прежде всего крепкого здоровья, благополучия, успеха, удачи, преодоления всех испытаний в жизни. И хотелось бы, чтобы и экзамены выпускные, и централизованное тестирование показали самые высокие результаты качества знаний наших школьников. Свои первые кроки на шляху дорослое життё сегодня зарабили 24 выпускники 11 класса сярэдней школы номер 53. У этой установе адукации приоритетным направлением деятельности является эстетичное выхование молоди, поглубленное выучение музыки и мастерства. До того же, на рахунку вучнев 53-й школы сёлета больше як 30 узнагород у предметных, спортивных и творчих конкурсах. Причем переважная колькость республиканского и международного узровню. Я всегда своим выпускникам и своим учащимся говорю, что какие бы вы отметки ни получали в школе, самую главную отметку вам поставит жизнь. И я хочу, чтобы наши выпускники были достойными и всегда с гордостью говорили о том, что они учились в средней школе 53. Выпускники сярэдней школы номер 72 города Гомель, как и большинство их одногодков, апошний звонок сустрели со смешанными почуттями. С одного боку, есть жадание хучей ступить у дорослое життё, а вот разумение, что придется развитаться с вельми близким и родным, примушает сумовать. Апошний звонок – это прыгожее завершение счастливого и бесклопотного життёвого этапа под назвой дзяцінства. Выпускники упэўнены, як бы не склаўся их лёс у далейшым, школьные годы яны заўсёды будут вспоминать, как самые счастливые. В школе останутся только теплые воспоминания, потому что я всегда участвовала в мероприятиях, и мне запомнится очень много моментов. Все это было весело, все это было классно. Спасибо всем педагогам. Это было незабываемое время. Это здорово. Выпускники Гомельского городского кадетского училища свой апошний звонок сустрели у лепших армейских традициях. Отладжены строевый крок, выправка. Сдается, они уже зараз готовы приступить до своих будущих обовязков. Юные, пригожие, счастливые выпускники, мотонакированные и творчие особы, которые загодя вызначили планы на будущее. Наставники ими вельми гонорации сподяются, что былые кадеты станут поспеховыми у своей справе специалистами, а да поможет им в этом капитал ведов, отриманный подчас навучания в установе. Я горд, что есть такое учебное заведение, которое обеспечило, вложило фундамент будущих наших правоохранителей. Очень трогательно. Я высказал сегодня слова благодарности и нашим выпускникам, и преподавательскому составу, и нашим родителям, которые определили дальнейшую жизнь, судьбу, трудовую деятельность в правоохранительной системе. Усяго сёлета з-под утульнага крыла установ адукацыі Гомельшчыны выйдуць больш як 8 тысяч выпускнікоў. 11 прыступак яны мінавалі, наперадзе ў іх мноства новых дарог. Будаваць сваю дарослую будучыню кожнаму прыйдзецца самастойна і па-свойму. Бацькі і настаўнікі ўпэўнены, з годным багажом ведаў за плячыма, пераадольваць жыццёвыя выпрабаванні выпускнікам будзе значна прасцей. Пажадаем, каб старонкі дарослага жыцця гэтых дзяўчат і хлопцаў былі напоўнены выключна яркімі падзеямі і перамогамі. Вероніка Варашыліна, Дмітрий Котов, Михаил Рабков, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».